Тверские предприниматели получат субсидии на развитие своего бизнеса. В этом году заявки на участие в муниципальной программе содействия экономическому развитию города Твери подали 8 человек. Положительное решение было принято в отношении 3 заявителей. Подробности в нашем сюжете. Этих предпринимателей пригласили в Департамент экономического развития, чтобы подписать соглашение о предоставлении субсидии. Конкурсный отбор заявок проводила специальная комиссия. Мы анализируем документы, смотрим предприятие, а потом на комиссии приходят представители предприятия, рассказывают комиссии о том, как они ведут деятельность и куда они потратят, либо потратили субсидии. Только после этого комиссия принимает решение. 200 тысяч рублей на покупку полуавтомата розлива молока получили предприниматели, занимающиеся производством молочной продукции. Мы приобрели оборудование для развития и повышения эффективности нашего производства. Программа действительно работает, и в дальнейшем планируем также принимать в ней участие. А это предприятие еще одного получателя субсидии. На полученные средства для производства строительных и металлических конструкций были приобретены 2 пильных станка. Теперь сроки выпуска продукции сократились, да и сотрудникам работать стало легче. По сравнению со старыми станками, операторы этих станков не нуждаются в дополнительном обучении, поскольку станок полуавтоматический. То есть все, что нужно для работы на нем, это просто уметь нажимать на кнопки. Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет продолжена и в следующем году. Прием заявок начнется будущей весной.